На конкурс дети читают стихи. Даша Кослева, ученица 3 класса, 8 лет, село Талица, Ивановская область. Саша Черный, Рождественская. В яслях спал на свежем сене тихий крошечный Христос. Месяц вынырнув из тени, гладил лен его волос. Бык вдохнул в лицо младенца, и соломы шурша на упругое коленца засмотрелся, чуть дыша. Враги сквозь жерди крыши к яслям хлынули гурьбой, а бычок, прижавшись к нише, одеяльце мял губой. Пес, прокравшись к теплой ножке, полизал ее тайком. Всех уютнее было кошке в яслях греть дитя бочком. Присмиревший белый козлик начало его дышал. Только глупый серый ослик всех беспомощно толкал. Посмотреть бы на ребенка хоть минуточку и мне. И заплакал звонко-звонко в предрассветной тишине. А Христос, раскрывший глазки, вдруг раздвинул круг зверей и с улыбкой полной ласки прошептал: «Смотри скорей!»